Очередные сложные колеса, которые нам привезли, что больше нигде их не делают. Это прицеп для какого-то мопеда. Будут делать из него тележку садовую. Вот так вот колесико выглядит в сборе. Бортировка где-то примерно полчаса-час занимает. А сейчас я покажу, как выглядит колесо в разборе. Спицы блестящие, это новые. Изготовили спицы под размер этого колеса. Ну а серые спицы это обычные. Сейчас я немножечко проточу вот эти вот головки, которые торчат, видно, да, насколько здесь много. Болгарочку срежу. Ленту об одну поставлю и буду покрышечку бортировать. Долго это, тяжело, очень сложные покрышки. Все, колесики готовы, заспецованы, забортированы. Только покрасить осталось, но это уже не к нам.